Я принес с собой благословение святого князя Владимира, нашего крестителя и просветителя, а также принес благословение преподобных отцов Киево-Печерских, которые своими мощами почивают в пещерах и молятся и за украинский народ. И за всех, кто любит Христа, кто хочет быть со Христом. Я имел какие-то представления о вашей земле, о вашем народе. Но черногорский народ – это очень мужественный, очень смелый народ. Но когда я приехал сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество детей, которые собрались тут во имя Христа, то я понял, что мои представления очень слабые. Вы намного красивее, намного благороднее, чем я вас себе представлял. Мы все славяне, воспитаны в святой православной вере. Сегодня люди хотят создать красивый мир, красивый, себя красивыми сделать. Но не все понимают, не все знают. Человек может быть красивым только тогда, когда он живет с Богом. Мы сегодня много говорим о том, что надо объединяться друг с другом, чтобы победить то зло, которое существует в мире. Но объединиться можно только вокруг Христа. Тот, кто со Христом, того никакое зло не может победить.